Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня делюсь рецептом очень вкусного и ароматного сала в луковой шелухе, которое можно подавать не только к борщу, но и как закуску или просто кушать с хлебом. Способ приготовления отличается от традиционного, зато позволяет очень быстро приготовить ароматное, нежное и нереально вкусное сало. Готовится оно в луковой шелухе, благодаря чему его поверхность приобретает изумительный, очень аппетитный оранжевый цвет. Эту закуску я люблю готовить из свиной грудинки с мясной прожилкой. Если вы будете использовать обычное сало, количество соли можете увеличить. Сначала сварим луковый маринад. Для этого луковую шелуху кладем в дуршлаг. Промываем под проточной водой, отжимаем и кладем в кастрюльку. Добавляем соль, сахар, лавровый лист и специи. Обращаю ваше внимание на то, что количество соли следует корректировать в зависимости от того, какое сало вы купили. Если сало без мясных прожилок или их очень мало, то кладем соли в два раза больше. Заливаем водой. Кастрюльку с луковой шелухой и специями ставим на огонь. Тем временем подготовим сало. Помоем его, почистим шкуру и разрезаем на небольшие кусочки. Кладем сало в кипящую воду. Если шелухи мало, то можем сначала проварить шелуху несколько минут, чтобы она немного выварилась, а уже потом кладем сало. Варим на медленном огне 30-40 минут. Затем выключаем огонь. Само же сало оставляем в луковом маринаде на 12 часов. Если нужно, прижимаем сверху тарелкой, чтобы сало было полностью покрыто луковым отваром. Через 12 часов достаем сало из маринада. Убираем шелуху. В результате получаются вот такие красивые оранжевые кусочки. Каждый кусочек промакиваем бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки влаги. При желании их можно дополнительно нашпиговать чесноком. Теперь приготовим посыпку. Каждый кусочек сала обмакиваем в паприку. В этом блюде я предпочитаю копченую паприку, она намного ароматнее обычной. Добавляем перец по вкусу. Чеснок очищаем и трем на мелкой терке. Если любите острое, то количество чеснока можно увеличить. Щедро обмазываем чесноком со всех сторон. Хочу сказать, что приготовление присыпки – это процесс творческий и всецело зависит от ваших пристрастий и вдохновения. Если вы не уверены в выборе специй, то для первого раза можно взять стандартный набор – перец и чеснок. Натираем каждый кусочек сала. Каждый кусочек по отдельности заворачиваем в фольгу и отправляем в морозильную камеру на 10-12 часов. По истечении времени достаем кусочек сала,
Даем немного оттаять и нарезаем красивыми тоненькими ломтиками. Внутри оно будет светлее, чем снаружи. Аромат от такого сала идет необыкновенный. Пробуем и наслаждаемся вкусом. Такая закуска хороша и к обеду, и на праздничный стол. Очень вкусно. Приготовьте, попробуйте. Думаю, что будете после этого готовить постоянно. Нужно только не забывать луковую шелуху собирать. Я каждый раз, когда готовлю, шелуху собираю в отдельный пакет. С ним можно не только сало готовить, но и вкусный рулет, ссылку на который обязательно оставлю в конце видео. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Не забудьте поделиться видео в социальных сетях. Никто не откажется от такой вкуснятины. И подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных и вкусных видео. С вами была Неля. Всем приятного аппетита!